Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я хочу поговорить о тонике. Что с собой представляет тоник, для чего он нужен, какие основные функции он выполняет. Тоник необходим ежедневно для правильного двухуровневого очищения лица. То есть вы сначала умываетесь гелем либо молочком для умывания, а затем используйте тоник, берете, смачиваете ватный диск, спонжик свой и протираете лицо по массажным линиям. Делать эту процедуру необходимо ежедневно, утром, вечером, независимо от того, был ли у вас макияж на лице или не был. Такие правила. Я хочу сказать об основных функциях, которые выполняет тоник для лица. Во-первых, он помогает качественнее очистить наше лицо. Может быть, вы замечали, что после того, как умыли лицо гелем для умывания, а потом потонизируете лицо спонжиком, может отменять цвет от белоснежности, покрашивать цвета на лице. Это показывает то, что тоник гарантирует вам более качественное очищение, более глубокое качественное очищение вашего лица. Первая функция. Вторая функция, которую выполняет тоник, это восстановление pH-баланса вашей кожи. Если вы умываетесь гелем для умывания, молочком для умывания, все равно чувствуете после этого, да, такую сухость на лице, дискомфорт. Вот именно это связано с тем, что нарушается pH-баланс кожи. Тоник помогает восстановить pH-баланс кожи. Это вторая функция. Третья функция – тоник увлажняет вашу кожу. И поэтому тоник, он, как говорят косметологи, он на 70% увеличивает эффективность вашего крема. Если вы пренебрегаете тоником, кожа более сухая, ей необходимо увлажнение, поэтому ваш увлажняющий крем, вместо того, чтобы питать кожу, основное его действие будет направлено на восстановление увлажненности кожи после использования геля для умывания, молочка для умывания. Также тоник выполняет такую функцию, как восстановление гидролипидной пленки, невидимая пленочка, которая выполняет защитные функции на нашей коже. Я перечислю основные функции тоника, поэтому, я думаю, вы начинаете догадываться и понимать, почему тоник во многих сериях по уходу за кожей лица стоит даже дороже, чем дневной ночной крем. Поэтому не пренебрегайте таким косметическим средством, как тоник. Любите себя, будьте всегда красивыми. С вами была Лариса Левинская. До скорых встреч!